Привет, народ! Недавно я наткнулся на один интересный канал, на котором парень делает безумно крутые штуки. Посмотрите. Всем привет! Я Степанов Сергей. Хочу пригласить вас в мир удивительного крафта. На ваших глазах я своими руками создаю большие сложно-технические костюмы, броню, оружие и другие крутые вещи по фильмам и играм. Каждый большой костюм – это целая легенда. Также на канале я записываю обучающие видео и веду для вас стримы. Буду рад знакомству. Заходите в гости. Дальше больше, вы же знаете. Пока. Ссылку на этот канал вы найдете в описании. А сейчас приятного просмотра. Окей. Если я сейчас попаду, вы все должны выпить. Эй, народ, посмотрите. О, ребята, вы видели, что может сделать Сэнди? О, детка, покажи свой трюк. Иди сюда, покажи свой трюк. Нет, я не могу. Малыш, покажи свой трюк. Ну, хватит. Малыш, никто давай. Никто не хочет смотреть давай, на Сэнди, это. Давай, Сэнди, покажи свой это трюк. Это так глупо. Бро, чуваки, вам это понравится? Она мне показала его, когда я ее стреляла. Это так мило. Ну уже. Окей. Но это очень глупо. Вас это не впечатлит. Покажи свой трюк. Покажи свой трюк. Покажи свой трюк. Покажи свой трюк. Сейчас. Черт возьми. Окей. Я показала свой трюк. Эй, чувак, клевая вечеринка. Эй, спасибо, что пришел. Что ж, а где тут туалет? Его тут нет. И что мне... То же, что и все. Держи в себе. Ты хочешь поссать, да? А-а-а. Какого черта, мужик? Моя очередь, купи свой. Я только по водке, я просто обожаю водку, понимаешь? Знаешь, крошка, пошли со мной и расслабимся. Знаешь, если тебе повезет, я сделаю свой знаменитый йогурт с тофу. И на десерт, крошка, мы можем послушать последнюю часть моего боливийского дискотранса. Что ты делал? О, так вот каково было бы ударить этого парня. Так вот, каково было бы пойти на вечеринку. Так вот, каково было бы иметь диван. Так вот, каково было бы быть человеком. О, так вот, каково было бы быть странной улиткой. Я не понимаю, о чем ты говоришь.